Всем привет! В прошлый раз мы говорили об отличной новогодней комедии под названием «Один дома», действия которой разворачивались зимой, ну что логично. Сегодня же поговорим о фильме, действия которого будут разворачиваться летом. И это фильм Роберта Родригеса под названием «Факультет». Какие же фильмы приходят в голову при упоминании Роберта Родригеса? Ну, наверное, «От заката до рассвета», «Отчаянные», «Город грехов». Кто-то вспомнит «Планету страха», а кто-то даже «Мачете». Но ведь Родригес в 98 году снял еще один отличный фильм, о котором по какой-то причине мало кто вспоминает. Что же представляет из себя «Факультет»? Фантастику с элементами фильма ужасов, комедии, триллера, детектива и молодежного кинца. И все это с мега-крутым актерским составом. Но посудите сами. Джош Харнетт, Элайджа Вуд, Джордана Брюстер, Шон Хеттесси, Роберт Патрик нагоняет жути. В ролях есть Сальма Хайек, которая, к сожалению, на столе не танцует, можете не ждать. Блин, да тут есть даже Джон Стюарт. А сюжет вкратце таков. Обычный американский колледж с обычными американскими радостями. Но в один злополучный день все меняется. Достаточно пестрая компания самых смышленых студентов делает ужасающее открытие, что их преподаватели — это никто иные, как пришельцы с другой планеты. Более того, они еще каким-то образом порабощают остальных учеников, причем делают это с такой скоростью, что скоро будет захвачен не только колледж, но и город, а затем штат, и остановятся они только тогда, когда захватят весь мир. Вот теперь-то главным героям предстоит что-то предпринять, чтобы справиться с такой ужасающей угрозой, нависшей над всем человечеством. Сценарий ко всему этому писал Кевин Уильямсон, более известный как сценарист «Криков». Сам же сюжет весьма похож на фильм «Вторжение похитителей тел». Но этот факт не делает «Факультет» менее интересным зрелищем. В фильме есть и ненавязчивый юмор, и интересные персонажи, и отличный саундтрек. Да и вообще, фильм начинается с того, что Роберт Патрик материт и гоняет по полю команду по американскому футболу под группу «Offspring». Ну как такое пропустить? Что ж, рекомендую вам этот замечательный фильм. Приятного просмотра!